это ребенок? Я спросил, чей это ребенок? Святой женщины. Леша, куда ты ходишь, сыночка? Мама тебя ищет, кричит, Леша. А где мой Леша, а? Следите за ребенком. За ртом своим следи, падла. Ты на кого рот открываешь? На мать, я рожала, я мать, понятно? О, боже мой, какой кошмар. Аж уши режет. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Вот это вот фигня, это то ли стендап, какая-то хренотень, фонограмма из туда, да, как бы. Это не совершенно так нормально, как бы, пропагандируют ежматеринство, как бы, да. Да, в шуточной манере, как бы, да, там, типа, это все шутка, там, это все неправда, но, тем не менее, это все в народе перенимается, вот видно, как бы, да, она с гордым подбородком такую вот фигню, фонограмму наложила, да. Вот то же самое в мозгу отложится, она так вот и будет ходить, да, что я мать, мне я рожала, мне все должны, да, пошел вон отсюда, как бы. И все, ребята, не знаю, что это такое происходит с обществом, пишите свои варианты в комментариях.